уже пятая часть Я снимаю уже пятую часть Майнкрафта. Это я качал уже карту, а не сам скилл. Это карта с самолетом. Сейчас я вам покажу. Здесь Боинг 737-900. Он сейчас как бы он не летает пока, но мы сейчас посмотрим на него изнутри и снаружи. Что это вообще за модификация такая? Давайте пойдем по... Не так быстро, это все-таки аэропорт. Будем ходить вот так вот. О, жуку как отклянчил. Так, ну теперь можем пойти быстрее. Ну, что же тут есть? Тут есть вот ресторан. Интересно, а здесь что есть? Я просто еще сам не... Так, здесь багаж. А, не багаж. Сейчас посмотрим, что тут. А, тут первый этаж. Дай-ка пока пойдем на второй этаж. Пока вот на втором этаже бываем. Здесь ресторан вот есть. Здесь вот... Здесь... Медикал офис, здесь медицинский пункт, медикал офис, это медицинский пункт. Так, что дальше? Вот, горшочек даже есть. Так, здесь умывальники. Вот, умывальники, здесь ванная. Так, а вот здесь что у нас? Так, здесь у нас туалет. Вот у нас туалет здесь. И так. А здесь что у нас так? Это второй туалет. Вот, сразу дверь закрывается. Надо успеть. Так, Senior Staff. Это здесь беседка небольшая. Так, здесь что у нас? Здесь комната, здесь читательный зал и комната совещаний. Да, классный, конечно, мод такой. Так, здесь дверь открыта. Это сервис офис. Это секретный сервисный офис. Перевод на русский. Хорошо, что знаю английский. Так, хорошо. Опс. О, нифига себе! О, да, классно, классно. Потом заберу. Вот, скрываем пока. Так, вот. Так, еще сундук вон там вот есть. Читательная комната. Комната для... Ну, читательный зал, да? Так, здесь... я вам уже говорил, что... Так, по-моему. Так, что у нас здесь? Great Sections. Я еще не ходил, что тут такое. Но это, наверное, мини-кафе какое-то. Так. Это опять у нас туалет. Так. Так, что у нас здесь? О! Здесь у нас уже бизнес-класс, не бизнес-класс, а пассажирская палуба. Так, так, это конечный пункт. Сундук, вот. Так, а здесь что у нас? Мы еще не смотрели. А, да, точно, туалет. Тут туалетов как-то много, ребят. Так, и что же тут еще у нас есть? Так, теперь давайте пойдем на нижний этаж самолета, а потом зайдем в кабину пилота. Попробуем. Так, что тут у нас наверху? А, да это ж первый этаж был, а вот второй, да. О,
плохо. Мы пришли в кабину пилота. Вот. О, классная штука. Так, а здесь что у нас? Так, Night Mode. Это управление тягой, как? Так, здесь что у нас? Так, Conquer Select. Какая капушка у нет. А все кнопки не рабочие, да? Точняк. Так, о, что это у нас тут? Лампочка. Да, мы еще не сделали обзор первого этажа. Вот спальня, комната, такая комната горки родников. Ну, здесь почти все так же, как и на втором этаже. Вот. Точнее, на первый, а там второй был. Так, как же нам выйти из самолетика, а? Вот. Давайте посмотрим, теперь что у нас там. Так, я еще вам... Так, это... Так, давайте посмотрим, что у нас... Так, потихоньку спускаемся. Посмотрим, что у нас там есть. Вон там вот. Давайте снаружи посмотрим самолет. Двигатели, как он выглядит, и домик сам. Еще не посмотрели. Так, внизу у нас тут какие-то зомби у нас тут. Зомби, выходи. О, шасси классные, да, конечно, классные шасси. О, даже багажная машина, ой, не машина, а машина, которая возит самолет, подвозит к полосе определенной. Я забыл, как она называется. Ну, в принципе, пока это не важно. О! Можно даже зайти. Так, закроем дверь за собой. А, нет. Мы, короче, сломали там немножко. Так, а что здесь делаем? Так, желтая шерсть, серая шерсть, шерсти. Так, это что у нас? Так, это задняя часть самолета. Так, посмотрим, что у нас здесь есть. Так, вот так выглядит. Дайте походим по самолету в прямом смысле. Так, теперь что у нас? Так, здесь ничего интересного. Меня интересует вон та вот штука. Что там у нас? Вон там вот. Так, даже огоньки у нас есть. Вот, взлетно-посадочные. Так, что же здесь у нас? А, какая-то схема у нас тут. Так, что же... А, схема какая-то у них здесь. Так, United States, логотип. О, там, похоже, логотип компании какой-то. Так, а вещи даже есть, вот. Так, что у нас здесь, вот. Так, ничего интересного, какая-то простой механизм. Так, теперь еще вон там посмотрим. Давайте посмотрим внимательно на шасси. Так, вот даже хорошо продетализированная модель шасси. Вот. Так, теперь посмотрим, что у нас там. Так, извините, секундочку. Извините. Так. Извините, мне звонят. Так. Алло. Я дома. Да. Ну, не знаю, часа полтора где-то так. Да, Санёк и Андрюха. Да. Да ничего, просто прогуливает. Да, просто. Да не знаю, что-то не выходит. Одну. Да и попить себе.
Да не, я там купила вот небольшую эту, а вот 0,33, вот эту, чтобы немножко попить, вот там чай такой охлаждённый. Я там кукушу почти выпил. Да, обедал. Да. Ладно, как. Ладно, пока. Ладно, пока. Все. Чего пока? Все. Алло. Ну вот немножко сорвал, только разговор мой, только звонили. Ну, ничего страшного. Только мне это. Так. О, нажимаю кликать, нет, сколько будет. Так, но. ТНТ нельзя взрывать, написано. Звуков нету, написано. А здесь написано, что только что в самолете есть медиль, и он обделан. И там много всего. Так, посмотрим внимательнее на двигатели. Блин, что-то у меня 5 FPS слагало. Блин! Блин, я сейчас буду злиться. Давайте так посмотрим. Немножко погладивает что-то. А, очень хорошо продекализировано. Все точно повторяет все в копии. Все как на настоящем самолете. Так. О, можем понять, все, не лагает ничего. Можем залезть в двигатель. О, там даже чешки есть. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим, что там. А, да ничего не будет, я уверен. Я уверен на все сколько оценок. Ничего не будет, если нажать рычажок. Так, ну давайте я прощание сделаю в самолете. В кабине пилота, что... Не, лучше вот... Да-да, в кабинке пилота. Не, лучше вот здесь вот где-нибудь, да. Да, вот поуютнее. Ну что ж, всем пока, желаю удачи, подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх, и помните, чем больше подписчиков, тем больше развития моему каналу, тем больше мой канал развивается. Надеюсь, я на вас тоже подпишусь, если захотите. Ну ладно, пока, удачи, желаю всем здоровья, живите крепко. Буду скоро новые видео. До свидания.